Автобус Нацгвардии загорелся в город Зирени. Никто из присутствующих военнослужащих не пострадал. Бойцы как раз ехали, чтобы обеспечить правопорядок во время обыска в городе. Однако около 16 часов произошло возгорание в моторном отделе автобуса. Всех пассажиров эвакуировали, и уже через 20 минут военные вместе с ГСЧСниками потушили огонь. Причину возгорания устанавливают.